Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина Лента. Ездил у меня туда муж, как в последнее время часто происходит, что ездит именно он. Я составляю список, он приобретает что-то дополнительно, еще что хочется, скажем так. И хочу ответить сразу же на вопрос, который очень часто мелькает, скажем так, под видео с схожей тематикой, под моими видео со схожей тематикой, это почему не хожу в магазин я. Во-первых, потому что у меня, те, кто не знает, двое детей. 5 лет и 8 лет. Они сейчас не ходят в школу. Я живу в Санкт-Петербурге, точнее, в его пригороде, в частном доме. И для того, чтобы поехать в ту же Ленту, например, я на дорогу трачу 20 минут только на саму дорогу, 20 минут в одну сторону на машине, соответственно, 20 минут обратно. То есть, как минимум полтора часа меня не будет дома. На такой большой срок детей одних дома я не оставляю. Муж у меня работает. Плюс мы находимся на самоизоляции, поэтому муж у меня на обратном пути после работы заезжает в магазин. В местные магазины я не хожу в связи с тем, точнее, хожу иногда, но закупки там большие не делаю, потому что цены достаточно высокие на большинство продуктов, которые продаются в местном магазине. Поэтому ездит у меня в последнее время муж. До этого раньше ездила в основном я. Получилось у моего мужа закупка где-то на 7 тысяч с хвостиком. Она у нас, так сказать, к Пасхе. Так что давайте покажу, что он купил. Итак, вот такая закупка у моего мужа. Давайте начнем отсюда. Это к Пасхе. Он купил у меня 30 белых яиц, вот такие вот C0, и, соответственно, купил нам вот такие, в общем, для того, чтобы красить, да, я думаю, вы поняли, вот все, что нашел, все купил, вот, соответственно, здесь он еще у меня купил два кулича. Я не пеку куличи, ни разу не пекла, хотела в этом году попробовать, но у меня ничего не было для них вообще, чтобы их приготовить. Соответственно, муж сказал, не заморачивайся, давай лучше купим. Вот такие с шоколадом лентовского. И вот это у него помялось, но она очень такая мягенькая. Кулич с изюмом. Так. Ну и давайте здесь. Тесто еще дрожжевое, замороженное, слоеное. И две упаковки, и здесь у меня бездрожжевое. Так, дальше здесь имунельки детям вот такие вот купил с бананом и яблочком. И здесь мясо. Мясо рыба у меня получается. Свино-окорок купила вот такой по 209 рублей на 362. Фарш домашний, говядина плюс свинина. Килограмм купил, я его напополам делю обычно на два раза, на котлетки, там на что-то мне хватает. Орешку снова купил, вот такую по 149 рублей. Она, которая пахнет огурцом, но она уже, видите, какая мелкая. То есть вот она какая мелкая, поэтому, да, по 150 рублей у нас только очень-очень мелкая. И также из рыбки он взял вот такую форель радужную, непотрошенную, по 449 рублей за килограмм, одну штучку. Также здесь сардельки, вот такие свиные, дымов, и всякие, давайте сразу же, всякие колбаски, вот такую лентовскую, сервелат коньячный купил, потом краковскую колбаску, это он у меня очень любит, и здесь сыры еще, вот такой плавленный с грибами, потом сыр богатов легкий на 183 рубля кусочек, пошехонский, вот такой на 126 рублей. И здесь еще масло сливочное, Вкуснотеево, очень любим его, и для выпечки он хорошо, и просто для бутербродов, скажем так, тоже очень хорошее. Так, ну здесь куличи я вам показала, также он купил у меня Кагор, вот такой, какое-то вино ликерное, вот такое, в общем, для Пасхи, да. Ну, лимонад, как всегда, грушевый, сок яблочный, мультифруктовый, и здесь еще хлеб-булка. Муж говорит, что целого кирпичика, да, это называется, хлеба не было. Поэтому он купил две половинки, ну, ничего страшного. Два батона, вот такие, хлебный дом, вот такие булочки,
вкусные для гамбургеров. Может быть, сделаю котлетки из фарша как раз для них. И будет очень вкусно с салатиком, помидорчиком, огурчиком. Так, дальше у меня здесь сухари панировочные, вот эти лентовские. Мне они очень нравятся. Пересыпаю их. И, кстати, я их ставлю в морозилку. Они так дольше хранятся. И вот эта вот лапша, которую я использую в основном для супчиков. Это яичная домашняя. И вот такая лентовская. Она очень вкусная, не устану повторять, но получается не бюджетная. Так, дальше здесь у меня будут фрукты, овощи, бананы вот такие. На 58 рублей, по 52 рубля получается. Сливы красные вот такие. Получается 169 рублей за килограмм. Яблочки красные. Вот такие кубанские. У нас по 109 рублей. И еще зеленые по 113 рублей. Golden. Мандарины вот такие отборные, большие, целая упаковка. И решила он еще купить лаймы. Лаймы, я так понимаю, дешевле стали, чем обычные лимоны. Вот 249 рублей. В общем, на 81 рубль купил здесь 4 лайма. Но мне, кстати, тоже и в чай любят лайм класть, и детки тоже его любят. И просто водичка с лаймом и с сахарком тоже очень вкусно. Ну, как такой домашний лимонад получается. Или вместе с лимоном тоже. Лимон и лайм тоже получается очень вкусно. Так, здесь еще помидоры. Вот такие по 99 рублей. И огурцы. Огурцы подешевели, стали 49 рублей. Среднеплодные вот такие. Ну, хорошие, не мягенькие. Дальше у меня здесь картошка. Эконом, но очень такая, смотрю, хорошая. По 20 рублей на 61 рубль. И лук репчатый. Тоже эконом, но вот этот эконом, кстати, очень хорош, по крайней мере, в нашей ленте по 41 рублю. Также он у меня купил угли для, ну, для гриля, для шашлыка, 3 килограмма. И здесь у меня немножко бытовой химии и корма для животных. Значит, здесь купил он мне вот такой отбеливатель. Вообще, я давно у него прошу, если увидишь, купи обязательно обычную белизну. Ну, это же хлорка, просто обычная хлорка. Вот, но, говорит, нету, вот в такой упаковке только стояла. Говорит, это, наверное, то же самое. Ну, я думаю, что да, я думаю, что то же самое. Видите, уничтожает бактерии. Я использую для того, чтобы мыть пол. Вот. Вот, потому что обычным вот этим чистящим средством, чистином, например, его нужно смывать с пола, иначе пол такой достаточно липкий. А вот этим средством очень хорошо, ну, прям реально пахнет хлоркой, так что я думаю, что это обычная вот хлорка. Вот он мне купил 3 штучки, так как я давно прошу. Вот таких 3 отбеливателя. Также кондиционер Lenor вот такой мне купил. И купил вот эти таблетки для посудомоечной машины. Кстати, они очень нравятся. Мне и Faberlic тоже понравились. Но Faberlic я забыла заказать. Они у меня закончились. Так что вот такие лентовские. То есть получается 40 штук. Они достаточно бюджетно стоят. Хорошо отмывают. Не оставляют никакого налета. Ну, мне нравятся, очень хорошие. И здесь вот снова взял вот эти банки собачки. Очень они у нас нравятся в последнее время собаки моей. Постоянно ест. Единственное, что они все с одинаковым вкусом, с говядиной и курицей. Там прямо такие огромные куски. Вот для большой собаки, мне кажется, вообще идеально. Смешиваю с какой-нибудь крупой, даю ей кушать, ей очень нравится. Ну и, конечно же, моим хвостатым паразитам вот такие вот такие пакеты. Феликс набрал тут много. Так что вот такая получилась закупка моего мужа. Сейчас вам покажу чек.
И сумма составила 7198 рублей. Скидка по карте 2121 рубль 54 копейки. 7198 рублей – это сумма, которая была отдана в кассу. Так что вот такая вот у нас получилась закупка из магазина «Лента». Мы, конечно, немножко запоздаем с тем, чтобы готовиться к Пасхе. Украшать дом практически никак не буду, потому что хотела приобрести декор, но в связи с сложившейся ситуацией в мире, скажем так, я в магазин не хожу. Но ничего страшного, яйца тоже мы покрасим. Ничего страшного, главное, что мы это сделаем. Вот. Ну, а я с вами на сегодня буду прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую, до новых встреч!